Ну, душа ⁇ это воспоминание личности, тот человек, которым Бог его создал, и выбор, который он может сделать, чтобы выразить свою любовь к Богу. Понимаете, вы не можете выразить свою любовь к Богу иначе, чем сделав выбор. А душа ⁇ это выражение наших эмоций. Она позволяет нам любить Бога и чувствовать, что Бог любит нас. Таким образом, дух и душа вместе делают нас целостными, и когда мы понимаем, что Бог сделал для нас, и приходим к этому осознанию, мы проходим через процесс, в котором наш дух и душа объединяются, и наша душа смиряется с Богом, что и есть выбор. И это выбор, который мы все еще можем сделать. И когда мы едины с Богом, очевидно, что нас не сдерживает весь этот негатив, потому что воспоминания об этом моменте ⁇ это восстановление, исцеление и приведение к целостности, которые помогают нам справиться с нашим прошлым. Так что знаете, когда говорится, что знаете, не будет больше ни одной слезы, которая бы упала с наших глаз, и все такое, это происходит в тот момент. Есть ощущение, что весь наш багаж, который мы несем, Бог прощает, исцеляет и делает нас целостными так что мы не несем с собой ничего негативного. Но мы несем мудрость, которую получили в процессе. Так что воспоминания не стираются, но негатив из них уходит, потому что они теперь наполнены милосердием, любовью и благодатью. Когда я обращаюсь к сонму свидетелей, я не чувствую, что они несут в себе негативные воспоминания о прошлом, но у них есть мудрость, связанная с этим. Давид был человеком по сердцу Божьему. Мы знаем, что Давид совершал довольно плохие поступки, но это не осуждает его, потому что это связано с милосердием, и он знает, что прощен. Таким образом, наша память не несет в себе осуждения, вины или стыда. Все это уходит в тот момент. Мы существовали до сотворения мира и были созданы, чтобы нести в себе нашу индивидуальность. Дух и душа разделены из-за того, что человек сам выбирает свой путь. И когда мы понимаем, что нас принимают, и мы вступаем на этот путь, наш дух и душа снова объединяются. Но в этот момент часто возникает напряжение, потому что душа, наша личность, наша история, наш выбор, наши взгляды, наши убеждения управляли нашей жизнью, пока мы не осознаем, что нашли Бога, и Он любит нас. Но тогда нам все равно нужно обновить свой разум и принять истину, чтобы мы больше не действовали по своему выбору независимо от Бога. Именно это и привело нас к проблемам. Поэтому в конце концов мы приходим к тому, что сдаемся. Я сдался в своем праве выбора. Я больше не хотел выбирать. Теперь, конечно, я все еще выбираю, но уже не из-за негатива. Я выбираю быть ежедневной живой жертвой. Я нахожусь в отношениях с Богом, в которых Он любит меня безусловно. Я знаю это, и у меня было откровение. И это знание привело меня в другое место, не туда, где я был, когда стал христианином. Моя душа все еще действовала, даже когда я встретил Бога и знал, что вроде как встретил Его. Но я был ограничен евангельскими взглядами, которые тогда исповедовал. Я знал, что Бог любит меня, но не понимал, что такое любовь. В Библии сказано, что Бог любит меня, и я знаю, что я прощен. Но моя душа все еще управляла моей жизнью. Я не сдался Богу. Знаете, это как будто ты нашел Иисуса, и Иисус стал твоим Господом, и потом снова и снова ты отдаешь Ему все, что у тебя есть. Это процесс, в котором ты узнаешь, кто такой Бог и кто такой ты сам. И в этом путешествии мы учимся делать выбор, который соответствует Божьему сердцу, а не нашему прежнему пониманию. И да, я думаю, что Библия описывает это как борьбу Духа с плотью и плоти с Духом. Это просто наше право выбирать. Бог не лишает нас этого права, но Он хочет, чтобы мы отказались от права выбирать независимо от Него. И я выбрал это. Это привело к разделению моей души и духа и их воссоединению моя душа больше не действовала независимо. И я думаю, что это ключ. Моя душа и мой дух объединились и победили. Я больше не действовал только по велению своей души, потому что я отказался от ее выбора и действовал в единстве с Богом. Иисус сделал только то, что видел в Отце. Он не был вынужден. Он уже был в отношениях с Отцом, потому что они были едины в каком-то смысле. Так что для нас это определенно непрерывный процесс. Мы выбрали независимость, и поэтому последствия нашей независимости в том, что мы должны прийти и выбрать не быть независимыми. Мы не принуждены. Вот почему есть выбор. Я не верю в свободу воли, потому что это то, что влияет на нашу волю. Но на нашу волю может влиять Бог или наше прошлое. Поэтому, когда я решил отказаться от своей свободы воли, я сказал Богу, я не хочу свободы воли. Я хочу, чтобы ты влиял на мою волю и, следовательно, на мой выбор. Потому что я понял, что мои решения не приносят мне никакой пользы. Потому что я основывал свои решения на своем прошлом и на том, что я узнал. Теперь я могу сделать правильный выбор, но могу и ошибиться. Поэтому я решил, что бы ни случилось, я буду выбирать то, что угодно твоему сердцу. Понимаешь, обновление разума ⁇ это процесс. Это не мгновенное перепрограммирование нашего разума, потому что наш разум, который является частью нашей души, сформировался под влиянием мира, в котором мы живем. Иисус хочет, чтобы мы обрели истинные отношения с Богом и с самими собой. Павел ясно говорит, не приспосабливайтесь к этому миру, не поддавайтесь его влиянию. Будьте преображены, изменены обновлением вашего разума, чтобы вы стали теми, кем вы действительно являетесь. Это так, понимаешь, и недостаточно просто сказать, о, ты такой-то человек. Нужно это прочувствовать. Иначе это будет просто еще одна система убеждений о том, кто я. Мне нужно знать, кто я. И я могу узнать это только в отношениях с тем, кто открывает мне, кто я есть в этих отношениях. Этого нам не хватало. У нас не было отношений с Богом в душе. Поэтому мы пришли к своим собственным представлениям и пониманию, основываясь на том, как нас воспитывали, обучали, как мы росли, ходили в церковь или куда-то еще. Мы учились всему этому в той среде, в которой находились. Многое из того, что мы узнали, было неправдой. Поэтому мы должны принять истину, чтобы раскрыть ее, чтобы больше не верить в то, во что мы верили. Знаешь, Бог не пытается сделать это сложным, но это путь, который нужно пройти. Бог ходил с Адамом по саду в прохладный день. Он хочет идти с нами по этому пути. Потому что это раскрытие отношений с Ним. Именно так Бог хочет, чтобы мы открывали истину в процессе, когда мы вместе с Ним проходим этот путь. Понимаешь, поэтому это не происходит мгновенно. И это не просто преображение, которое мы можем получить без процесса отношений. Знаешь, я начал с этипроцентного непонимания своих отношений с отцом. Все это нужно было исцелить, восстановить и сделать целостным, чтобы вернуть меня к нулю. Меня никогда не воспитывал Отец, поэтому Бог исцелил меня от ран, нанесенных Отцом, чтобы я смог принять его как Отца. В нашей жизни есть много разных вещей, которые усложняют ее, но в то же время делают нас теми, кто мы есть, и формируют наши воспоминания, опыт, травмы и все то, через что мы прошли. И все это нужно исцелить, чтобы мы могли жить дальше. Но это нелегко, потому что иногда наша душа, знаете ли, обладает сильной волей. И у нас есть система убеждений, которая оправдывает наши поступки. И нам не нравится, когда нас в чем-то обвиняют. Поэтому мы защищаем свою позицию, и все это наша душа, наша индивидуальность, то, как мы справляемся с жизнью и реагируем на ситуации. И мы все разные, поэтому наше путешествие к исцелению тоже будет разным. Но Бог хочет, чтобы мы полностью исцелились, чтобы мы обрели целостность духа, души и тела, чтобы мы по-настоящему поняли, кто мы такие. И это изменит наше восприятие себя и отношение к себе. И по мере того, как мы продвигаемся вперед, мы все больше и больше узнаем, какой Бог замечательный и любящий, и мы все больше доверяем Ему. Большинство людей не доверяют Богу из-за боли, которую они испытали. Поэтому нам нужно исцелить свою душу, чтобы мы могли доверять. Знаете, я говорил, что доверяю Богу, но до определенного момента, а потом понял, что это не так. Поэтому мне пришлось довериться Ему. Это было нелегко. И в конце концов, когда я это сделал, это была такая трансформация, такое изменение, что мне больше не нужно было делать это самому. Я принял себя таким, каким он меня назвал. И это было так радостно. Но это не значит, что я сразу все понял. Мне все еще нужно было пройти через разрушение, но я доверился Богу в процессе разрушения, который был, знаете, чем-то связанным с отношениями. И это все больше и больше приближало меня к близости, которой я доверял Богу. И поэтому он помогал мне пройти через действительно трудные вещи, потому что я верил, что он хороший. Я знаю, что он хороший. Я знаю, что он любит меня, безусловно. Это позволяет мне позволить ему делать то, что он хочет в моей жизни. И я сотрудничаю с ним, а не сопротивляюсь.